В Уральске вынесен приговор убийцам известного предпринимателя Виталия Каркулы. Организатор преступной группы и непосредственный исполнитель Азамат Тугаев приговорен к пожизненному лишению свободы. Его подельники Мерген Иманкулов и Кинже Биржанов получили по 22 года колонии особого режима. Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального ущерба в сумме 10 миллионов тенге. Напомню, Виталий Каркула был убит в ночь на 13 января выстрелом в голову в собственном доме. Его супруга, депутат областного маслихата Валентина Каркула, в состоянии комы была доставлена в больницу. Преступники похитили крупную сумму денег и драгоценности. Приговор не вступил в законную силу, как вы все знаете. Имеет право на обжалование в течение 15 суток. Потерпевшие и другие участники процесса сегодняшнего дня, подсудимые после получения копии приговора, тоже в течение 15 суток имеют право обжаловать приговор апелляционной судебной коллегии областного суда. Я, как представитель государственного обвинения от имени общества, ориентировал суд на нанесение именно этого наказания. И, к моей констатации, я считаю, что наказание вынесено в соответствии с законом и справедливое.